Всем привет, друзья, с вами Кавплей, сегодня мы будем играть в Крейни Чаптер 2. Мы сегодня пройдем через вертолет. Кому понравится, поставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои крутые видео. Ну а мы начнем играть в эту игру. В прошлом ролике я вот снял, как я играл в Крейни. Мне даже страшно не было в это играть. Я просто с легкостью прошел через машину, это было очень круто, ребята. Прямо вот так ты едешь, и все, ты выиграл. Так, первый день. Мы должны возвратиться и как-нибудь побыстрее пройти вот эту игру. Надо бы некоторые части картинки надо собрать, еще надо вертолет починить, там надо еще бензин надо найти. И скотч надо, у него крыло сломалось. О, кстати, мы можем вот здесь закрыть дедулю и бабулю. Ну, они-то должны тогда оба прийти. Ну, я попробую, ребята. Так, значит, первый дед идет. Так, надо бы как-нибудь взять у него этот security key. Так, где бабуля? Она мне нужна как можно быстрее. Так, о, вот она. Так, давай. Так, я их заберу сейчас. Так, все, мы их закрыли. Фух, дед меня увидел, а я сразу успел закрыть. Фух. Так, это нам не нужен. Так, надо бы вот это вот, вот здесь тоже надо проверить. Там. О, кстати, мы нашли вот это вот. Неплохо. Так, там ничего нет. Так, мануал должен быть. Мануал. Так, часть картины мы еще нашли. Неплохо. Так, надо бы еще вот. О, кстати. Проводок мы нашли, неплохо. Так, надо бы наверх пойти. Так, они еще заперты, ребят, это хорошо. Так, значит, мы здесь все проверяем. Так, так где электрошокер мне сучно нужен? Так, значит, это мы, так, куда мы это кинем? Так, давай это вон сюда. Так, нам нужен электрошокер. Не повезло, ребята. Так, сейчас мы должны убить это бабку. Так, ну-ка, иди сюда, бабка. Так, иди сюда, иди. И еще надо деда убить и открыть вот этот дверь. У него уже security key, так что мы должны убить и взять у него этот ключ. Так, значит, получай. Так, вот так берем. Так, и падай. Так, оно что-то застряло в картине. Так, опа. Ой-ой-ой, дядя, я тебя не ожидал увидеть. Так, да блин, да как он смешно выглядит, когда он трясется, так. Эй, чё ты так лежишь? Блин, я потерял сейчас этот security key. О, не, так, давай быстро. Хоп. Это мы кидаем вон сюда. Так, значит, там что-нибудь должен быть. Так, мы должны проводок взять. Так, и наверх это как можно кинуть. Так, залезаем. Так, надо было кинуть, хопа. Так, там должно быть что-то, хотя бы какой-нибудь хороший предмет. Так, хопа. О, мануал мы нашли. Так, мы теперь знаем инструкцию, как надо управлять вертолетом. Так, значит, прыгаем вон сюда. Так, и, конечно же, давайте-ка проверим вон здесь. Ну, что-нибудь должно быть. Так, значит, там ничего нет. Там тоже, по-моему, ничего нет. О, кстати, сейф. Так, сейчас мы должны сейф открыть. О, бензин мы нашли, так. Там что-нибудь должно быть? Нет. Блин, не повезло. Так. О, кстати, там часть картины мы нашли. Так, давайте-ка быстро откроем. Вот. О, блин, нам не повезло с предметом. Так, мы это сейчас кинем. Так, надо бы как можно быстро пойти наверх, чтобы они не заспавнились. Бабка и дедуля. Так, идем наверх. Опа. Надеюсь, они не там. Кстати, картина вот как висит. Вот прикол. Там никого нет. Не послушалось, ребята. Не кажется ли, кто-то идет? Я, это я хожу. Блин, мне что-то страшно. Чьи-то шаги. Давайте-ка мы вот так сделаем. Надо вон сюда как можно быстро. О, кстати, мы нашли вот это вот. Это нам пригодится. Так. Кстати, о, бабка уже заспавнилась.
Такс, где она? Мы сейчас должны ее пристрельнуть. Давай, бабка, иди сюда. Такс. Где она вообще? Надо ее быстро устранить и как можно быстро найти все части картины. Такс, она идет. Ну, что-то долго, слишком. Так, надо было здесь поближе заснуть. А, вот так. Теперь она близко стоит. Так, хопа. Берем быстро. Хопа. Теперь дед должен прийти. Так, дед, где ты? Давай. Так. Блин, посмотрите на ее биту, там кровь. Вот это да, так. Где дед, я не понимаю. Да что ж такое-то, мне надо быстро пройти эту игру. Он глухой? Ой. О, так вот где, где вот этот дед был. Так, надо бы быстро убить. Хопа. Кидаем вот сюда электрошокер. Так. И давайте-ка возьмем вот эту штуковину. Так, я возьму. Блин, я так не могу взять. Вот прикол. Так, ну ладно, давайте-ка вот здесь все найдем. Кстати, нам нужен лом. О, кстати, мы нашли скотч. Это нам пригодится. Так, значит, там ничего нет. Так, надо это вот сюда кинуть. Они нам вот здесь все пригодятся. Так, мы будем вот здесь все предметы кидать. Так, значит, давайте-ка вот здесь что-нибудь найдем. А, кстати, там ящик. Ну, надо открыть его, ребята. Так, надо бы... О, бензин надо взять. Блин, как же я забыл. Так, берем бензин. Так, и, конечно же, бежим вон сюда. Там есть проход. Ну, в старое обновление там не было вот этого прохода, а теперь добавили. И так удобнее стало проходить. Так, значит, кидаем это вот сюда, канистру. Ой, кстати, надо дверь открытым держать. Так, так, берем электрошокер. Ай, блин, я еще забыл про... Вот про эту штуковину еще надо... Блин... И теперь ты должен вот так медленно идти. Блин, на шифте так медленно идешь. Так, надо быстро это кинуть вон сюда. Они, по-моему, еще не заспавнились. Это хорошо. Так, кидаем. Нет. Их тут нет. Не послышалось. Так, ну давайте-ка мы сразу наверх пойдем. О нет, кто-то уже заспавнился. Нам надо наверх сразу же. Так, на, давайте-ка наверх пойдем. Так, хорошо, что мы взяли проводок. Так, ну нам нужен еще вот часть картины. Одна часть, так. Надо бы пристрельнуть, так. Главное не промахнуться. Да, прям в яблочко. С яблочко, так. Значит, берем опять. Так, значит, открываем вот эту дверь. Там надо вот здесь собрать картину, чтобы открыть вот эту дверь. Так, значит, ну, электрошокер, ну, пусть он здесь побудет. Так, а мы проверим вон здесь. Так, что будет там? А, ну, там ничего. Так, значит. Так. Надо бы взять вот это вот. Так, идем быстро наверх. Уф. Там дед часто вот сюда идет и смотрит на камеру. О, о, дед танцует, там он музыку включил. Так, надо бы побыстрее вот это открыть. Опа, привет. Хеликоптер Кей. Так, мы нашли ключ от вертолета. Так, значит, это мы вот сюда кинем. Так, там бабули нет. Это хорошо. Так, значит... О, а вот и дед как раз. Так, значит, надо бы нашуметь здесь, ребята, чтобы бабка тоже сюда пришла и как-нибудь убежать. Так, нашумили. И бабка должна прийти. Так, где она? Она должна прийти. Да-да-да-да-да. Так, все, прыгаем. Ой, я нашумел случайно, блин. Ну ничего. Такс. Ой, ой. Она идет кормить. Она идет кормить. Ну как раз мы ее убьем там сейчас. О, кстати, гаечный ключ. Надо бы еще вот этого малыша убить, такс.
Откуда она придет, интересно? По-моему, вот отсюда. А? Да где она? Тут на камеру. О, ой, блин, дед меня заметил. Ну ладно, давайте-ка вон здесь спрячемся. И как-нибудь мы убьем. О, вот и часть картины. Это хорошо, так, надо бы нашуметь. Хопа, так, где бабка? Мне надо убить ее срочно. И побыстрее вот это дотащить. И, конечно же, открыть вот эту дверь. И еще надо пройти мини-игру. Потом надо что-то положить. А потом уже можно чинить вертолет. Так, хопа. О, дед идет, блин. Я его слышу, слышу его шаги. Так, о, привет, дед. Дэрюан. Так, на, получай. Хопа. Ой, блин, надо бы взять побыстрее вот это. Так, блин, мешает тело. Да ну, опа, все, мы взяли. Так, это вот здесь побудет. Так, надо бы взять часть картины. Так, блин, тела мешают. Так, надо бы быстро пойти. Хопа. Да, дед, ты мне мешаешь, дай пройти. Да ну, да он не мешает. Блин, сейчас бабка проснется из-за тебя. Да ну, да, ребята, я здесь застрял. Блин, надо бы как-нибудь выбраться. Ух, его тело уже исчезло. Так, надеюсь, что бабка сразу не заспавнится. Так, идем наверх как можно быстрее. Так, 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 так. Так, идем. Так, все, начинаем кидать все предметы наверх. Так, кинули. Так, еще вот здесь надо. Так, залезаем. И, конечно же, кидаем. Так, надо бы еще взять часть картины. Так, надо бы на всякий случай это закрыть. Так, залезаем. И кидаем. Так, надо еще бензин. И вот этот проводок надо. Так, и вот так. Так, еще надо вот это вот, ребята. Я забыл про это. Так, хопа. Так, берем это. Кидаем. Так. И бензин. Так, фух. Мы вовремя успели положить все предметы. Так. Мне нужен электрошокер. Так. Ну, давайте-ка мы для начала собьем картину. Так. Так. Надо бы еще два кусочка. Ну, мы все собрали, ребята. Так. Идем. Хопа. Так. Надо бы еще вон здесь. И все, мы собрали картину, ребята. Ну, дедули. Привет. Так, значит, открываем. И у нас здесь мини-игра. Кстати, там можно патронов очень много взять. Ну, блин, у меня дробаша нет, но можно использовать электрошокер. Так, надо бы пойти и как-нибудь взять побыстрее электрошокер, надеюсь. Ой, блин, дед уже заспавнился. Как не повезло, ребята. Так, это мы вот чуть-чуть вот так сюда кинем. Ах ты, бабуля играет на фортепиано. Так, а где дед вообще? Я не понимаю. Надо бы как-нибудь побыстрее спуститься. Ладно, спускаемся. Все, пойдем, ребята. Надеюсь, там деда нет. Ой, блин, а дед танцует, это хорошо, ребята. А чё так близко, я не понимаю, это музыка вообще слишком громкая. Так, надо бы взять электрошокер и убить вот этих двоих чудиков. Так, ну для начала надо бы слить вот эту всю воду. Ещё вдобавок должен исчезнуть вот этот кальмар. Так. Давай. Так, всё. Так, шумим. Хопа. Сейчас должна бабка прийти. Ну-ка, иди сюда. Давай. Мне нужно срочно. Это надо найти еще что-то. А, да, надо еще мини-игру пройти. Так, где дед? Ну же, давай. И потом, кстати, ребята,
Я вот, если ты кинешь любой предмет, только бабка придет, а дед нет. А если ты убьешь бабку, то дед услышит. Вот это странно, ребята. Ну, какой-то слишком глухой у нас дед, а Гренни нет. Такс, а вот и дед. Такс, ой, блин, она мне мешает, и стрельник, такс. И стреляем, хопа. Ой, я думал, что я промахнулся, но это не так. Такс. Надо бы быстро убить ребенка. Там у него должен что-то быть. Такс, не мешай мне, дед, дай мне пройти, такс. Давайте-ка вот так вверх-вниз, такс. Да блин, дед, не мешай ты мне, блин. Такс, такс, где ребенок? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ой, как разозлился. Ой, как разозлился. Ну-ка, на, получай по башке. Такс, все, такс. Надо бы взять вот это вот. Такс, у ребенка должно что-то быть. Лом! Да, ребята, нам повезло. Такс, 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 такс. Надо бы быстро открыть ящики. Там должно что-то быть. Такс, 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 такс. Так, открываем. Что там? Дробаш. О, джекпот, ребята. Ну, давайте-ка дробаш возьмем. Дробаш получше будет. Такс. Значит, там Сентерина что-то кричит. Такс. Давай быстро-быстро открывайся. Мне срочно нужно взять дробаш. О, кстати, от лодки. Ну, мы сегодня от вертолета будем... Не показалось здесь, папка только что шла. Нет, там никого нет. Такс, идем наверх, ребята. Такс, и закрываемся. Такс, идем наверх. Такс, мы сейчас должны пройти мини-игру. Такс, идемте-ка вот так. Как можно быстрее. Такс, вот и мини-игра, такс. Опа, раз попали. Хопа, два попали. Такс, и еще один раз. Такс, надо бы еще вот здесь внизу. Такс. Ой, блин, я слишком рано пристрелил. Блин, вторая попытка. Дубль два. Хопа. Ну и все. Мы прошли. Такс, дробаш нам больше не нужен. Такс, нам нужен проводок, не то мы упадем. Такс, надо срочно проводок взять. Блин. О, кстати, уже дед возродился, еще он там смеется. Ну ладно, такс. Идемте-ка. Мы сейчас пройдем эту игру, ребята. Мы уже все собрали, такс. Опа, идем. О, кстати, мы еще гранаты нашли. Вот это круто. Ну, мы сейчас не будем убивать бабулю, дедулю. Мы уже и так прошли игру. Так, значит, вот и хеликоптер Кей. Такс, мы сейчас это вот кинем вот сюда. Такс, надо еще... что надо? А, надо бензин, и еще надо починить его крыло. Вот, сломалось, ребята. Такс, давайте-ка мы вот нальем бензин. Такс, наливаем. Ой, что-то я остановился. Блин, как медленно. Жаль, что нельзя побыстрее. Такс, это мы кидаем вон сюда. В пустоту. Такс. Это нашумел этот канистра. Так, значит, берем скотч и, конечно же, обматываем это все крыло. Так, вот и все, ребята, мы прошли игру наконец-то. Да, мы что-то быстро прошли. Все, садимся, погнали. Ура, ребята, мы прошли игру. Ура, ребята. Так, сейчас мы полетим. Так, смотрим на концовку, я молчу. Ха, обманули дурака. Все, мы полетели. Пока, бабуля, дедуля. Мы выиграли, ура, ребята. Конец, все. Мы прошли игру через вертолет. Наконец-то. Да, вот это хорошая игра, ребята. Я вам советую в эту игру играть. Ну-то можно пройти через лодку, через дверь, через вертолет. Ну, вы сами выбирайте. Ну, короче, как хотите. Через вертолет, через дверь или через лодку. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои крутые видео. Всем пока!